пакет документов входит согласие родителей, разрешение органов опеки, медицинская справка, копии свидетельства о рождении, паспорта, СНИЛСа и ИНН, а также трудовая книжка и фотографии 3х4. Подробный перечень можно узнать по телефону 23 35 00. Отметим, на последний летний месяц предусмотрено 150 рабочих мест. Школьники будут трудиться курьерами, подсобными рабочими, озеленителями в городских комитетах, департаментах и учреждениях. А для тех ребят, которые получили сертификат о прохождении школы вожатского мастерства, появляется возможность работать в проекте «Команда нашего двора». Прием документов начнется 5 июля.